Андрей Раков, на какой нравственной основе страна может объединиться после падения режима? Андрей, мне кажется, что никаких нравственных основ для жизни, существования не нужно, идеологических основ не нужно. Это все от лукавого. Нужно уважение к закону, уважение друг к другу, которое тоже не является нравственным законом, а является законом юридическим, который регулирует отношения между людьми. Нравственных основ не нужно, они возникают сами по себе, когда люди, как вот сейчас в Соединенных Штатах, начинают волноваться по поводу расизма и призывают, ну, даже терминологически отказаться от каких-то российских установок. Африканские, афроамериканцы, ну, уважительное отношение к части граждан, населения, им это приятно. Или, скажем, тоже можно как-то назвать нравственной основой – это уважение к женщинам, к их правам. Очень старая история из начала 20 века, когда человечество вдруг поняло, что женщины имеют право на голосование, на участие в выборах. Вообще это граждане, а не приспособление для секса, готовки, там, обслуживания мужчин. Очень новая мысль в начале 20 века, но человечество к ней адаптировалось не быстро, но там в 70-х годах уже и швейцарцы даже приняли закон о правах женщин участвовать в избирательных кампаниях, быть избранными. И то, что сегодня происходит, большое число женщин на руководящих постах, это не перебор, нормальное состояние общества. А призывы, когда возникают призывы к нравственности, меня вызывает это такую отрыбь. Как говорил Салтыков-Щедрин, что-то много заговорили о патриотизме. Видимо, много воруют. Ну вот, призывы к нравственности, особенно сегодня, от депутатов Государственной Думы, продающих и предающих свою страну, это очень плохой результат. И вот объединение, об этом я тоже хотел бы поговорить. Значит, вот где-то в 1994 году, на основании Конституции, кстати сказать, которую мы создавали, в России возникла ситуация, когда многие руководители регионов поняли буквально тезис Конституции о федеративном устройстве государства. Шаймиев начал говорить об автономии экономической и о каких-то элементах автономии политической. Создал Министерство иностранных дел, начал говорить о создании собственных войск. Это правильная идея. Такое большое государство должно существовать в виде федерации или конфедерации. Соединенные Штаты, их устойчивость, что ли, устойчивость режима базируется именно на этом, на том, что Штаты чувствуют себя независимыми государствами и очень часто вступают в конфликт с федеральной властью. И вопрос о разделении властей, ну, остро стоит вот в этом разрезе федерация и
штат. И это способствует всяким приятным результатам. Калифорния. Техас, кстати, постоянно говорит о возможности отсоединения от штатов. Очень сильное движение, но оно не получает каких-то материальных воплощений. Но сама идея, ну, она очень богата, она очень полезна, особенно когда чиновники, бюрократы, федеральные чиновники, федеральные бюрократы пытаются лишить, ладно, граждан, даже объединение граждан, вот штаты, пытаются лишить их власти независимости. Очень хорошо. Желание ввести свою валюту, скажем, в Уральской республике или в Уральском регионе, в момент, когда Федерация, Российская Федерация продолжала кормить дотационные регионы, а те проводили, ну, коммунистические по существу эксперименты. Это вот после 93 года регулировали цены, запрещали, таких случаев было очень много, запрещали импорт в регион товаров соседних областей для того, чтобы предотвратить конкуренцию. Ну, такой, и не платили федеральный бюджет, а наоборот, требовали, чтобы их спонсировал федеральный бюджет. Ну вот некоторым регионам это очень не нравилось, и это борьба за более справедливое устройство федеративного или конфедеративного государства. И это часть борьбы за права человека, права граждан, потому что решать государственные задачи на уровне региона значительно проще и правильнее, чем пытаться пробиться там с вопросом на пресс-конференцию к Путину, который, может быть, решит проблему, а может быть, не решит. Чаще всего не решает, потому что серьезные проблемы там не обсуждаются, только водоснабжение, туалет на улице, там какие-то мелочи, ребенка в детский сад устроить, придать гражданство. Так что, ну и последнее, наверное, не во всех случаях, объединение – позитивное явление. Может быть, вот та территория, на которой мы живем сегодня, Россия, может быть, для нее существует более оптимальная, более удобная, удобная для граждан схема устройства. Несколько независимых государств. Опасность связана здесь только с тем, что эти государства могут конфликтовать друг с другом. И вот один из возможных сценариев дезинтеграции России – он предполагает, что эти конфликты примут характер военных конфликтов, попытки захвата соседних территорий, ну, то есть много всяких неприятных последствий. Так что, если говорить о нравственности, то правильнее о правах человека, которые мы должны уважать, то правильнее было бы, чтобы каждый человек, каждый гражданин чувствовал себя независимым государством и требовал, и получал все права по защите его прав.